Добрый день! Сегодня мастер поделится с вами вот такой поделкой. Это сушилка обуви, только не теплым воздухом, она просто проветривает интенсивным потоком воздуха. Корпус пластмассовый, закреплен на защелках. Внутри установлен вентилятор. Вентилятор от компьютерного блока питания. Питание подается через 5-миллиметровый штекер. Со штекера напряжение подается на мостовой выпрямитель, с которого всегда снимается напряжение одной полярности. Это позволяет подключать блоки питания с напряжением от 5 до 15 вольт с любой полярностью на штекере. Конструкция собрана из листового материала. Материал согнут на горячих предметах. Вклеенные защелки. В принципе, предполагалось его массовое производство, но не заладилось. Конструкция легко собирается. Трубы фиксируются в пазе корпуса. И сверху все это крепляется второй крышкой на защелке. За один вечер такой сушилкой можно высушить две пары обуви. Подписывайтесь, будете всегда в курсе новинок канала Секрет Мастера. Подробности конструкции смотрите на сайте секретмастера.ру. В предстоящий праздник 14 февраля на канале представлена большая коллекция разнообразных самодельных валентинок.